Всем привет! Сегодня принесли ноутбук. Вот такой пакер был. Жалобы на то, что не выходит из спящего режима, тупит. Что я сразу заметил при загрузке. У него процессор 50%. Да, еще и к тому же выключился. Но однозначно вирусы есть. Термопаста на нем не менялась вообще ни разу. Уже такой ноутбук, повидавший жизнь. Для начала начнем мы его сейчас выключим. И разберем, поменяем термопасту. Дальше посмотрим, что с ним вообще происходит. Раскручиваем все болты. Снимаем Wi-Fi модуль. В сторонку. Оперативку можно оставить. Все саморезы по кругу. Сейчас снимем клавиатуру. Клавиатура у них снимается через верх. И вот здесь по краям защелки. В общем, поддеваем, открываем, отодвигаем шлейф. Все, убираем в сторонку. Дальше отсоединяем кнопку. Так. Блин, еще приклеенный. Фигово. Так, ладно, сейчас по кругу разберу корпус. Просто защелочки тут поснимаю. Сняли верхнюю крышку. Видно, что тут пыли до хрена и больше. Сейчас придется разбирать материнку от корпуса. Все, естественно, продувать, вымывать, чтобы добраться до термопасты. Достали материнскую плату, всю в сборе. Так, откручиваем болты по очередности, видеокарту и с процессора. Кулер, видим, там мясо. Сейчас все раскручу. В общем, раскрутил я болты. Что мы здесь видим? Термопаста просто кончилась. Вся нахрен высохла. Вся растеклась. Ладно, сейчас все это почистим. Продуем радиатор, кулер. Что-то такое вот нюансик, конечно. Видел много, но, блин, столько термопасты, вы посмотрите, это просто жесть. Такое ощущение, как будто сюда прям большой кусок положили и закрыли. Такое я еще вижу впервые. В общем, все продули, термопасту отодраили. Сейчас протрем все салфеточкой. Обезжирить нужно обязательно. Термопасту будем использовать, как всегда, ГД-900, уже проверено временем. Очень хорошая теплопроводимость. Немного накладываем на чип видеокарты. И немного на процессор. Этого вполне достаточно. Много — это очень плохо. Мало — тоже плохо. В принципе, вот этого вот достаточно. Ну все, в принципе, собираем. Все, все болты закручены. Теперь укладываем материнку в корпус.
Будем смотреть дальше, что происходит. Но в любом случае Windows ему нужно будет переустановить. Там по ходу дела вирусов полную задницу. Да, кстати, я обнаружил, что у него петля сломана. Ну, так как клиент на эту тему не поднимал разговор, инициативу проявлять не будем, но я ему, естественно, сообщу, так как ремонт крепления занимает очень много времени, такой трудозатратный ремонт, поэтому я его просто предупрежу, пусть сам думает. В принципе, все, собираем. В общем, все, корпус мы собрали, болты все затянули. Так, в общем, заходим в бут. Выставляем на первое место флешку. 6 поднимаем вверх, флешку. Все, нажимаем F10, Enter, ждем установки винды. Диск у него уже поделенный. Мы просто его сейчас удаляем и создаем. Жмем применить. Ну, в принципе, быстро создался раздел. Думаю, проблем с жестким диском не должно. И вроде бы не скрипит, не стучит. Поделился быстро. Проблем с этим никаких не возникло. Ну все, жмем далее и ожидаем установки. Windows мы установили. Дополнительные программы тоже. Все, ноутбук можно отдавать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.